Ученые Казанского федерального университета разработали систему навигационного обеспечения на лунной поверхности, которая может быть использована для стартовавшей миссии «Луна-25». Ракета «Союз-21Б» с космическим кораблем успешно вышла на околоземную орбиту перед полетом к Луне. Запуск проводился с космодрома «Восточный» в Амуровской области. Модуль был посажен неподалеку от картера «Богуславский». Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса научно-производственного объединения имени Лавочкина и Института космических исследований. Это первая станция в истории современной России, которая долетела до поверхности Луны. На самом деле эта миссия называлась «Луна-глоб». И главная цель этой миссии – это осуществить или, скажем так, второй раз сделать мягкую посадку на лунную поверхность. То есть в Советском Союзе, разумеется, мягкие посадки делались, но прошло более 50 лет, и, соответственно, технологии пришлось разрабатывать заново. Освоение Луны является важной стратегической задачей. Практически весь естественный спутник Земли покрыт гелием-3, который более чем в 100 раз энергетичнее нефти. Если научиться перерабатывать и доставлять на Землю этот элемент, человечество навсегда обеспечит себя энергией без нефти и газа. В Казанском федеральном университете под руководством Натальи Деминой в рамках молодежного гранта Российского научного фонда ведется создание системы навигации на лунной поверхности. Это так называемая комплексная цифровая модель селенографического навигационного обеспечения около лунной спутниковой системы. В Казанском федеральном университете для Роскосмоса по государственному оборонному заказу разрабатывали как раз вот эту вот систему навигации на лунной поверхности. И я надеюсь, что также при осуществлении этой миссии наши данные были использованы, потому что мы все успешно сдали в Роскосмос. Далее я хочу отметить то, что в настоящее время также грантом молодежным РНФ мы продолжаем как раз вот эти вот все исследования связи небесных координат, которые, в общем-то, к звездам привязаны, и координат, которые находятся на лунной поверхности. «Луна-25» – проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе Южного полюса Луны, лунной экзосферы и отработки технологий посадки и анализа грунта. Проект входит в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 года. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.